Рождественская оратория митрополита Илариона впервые прозвучала в Нижнем Новгороде в 2018 году. Это поистине изумительное сочинение исполняется в святочные дни. В основе оратории лежит сюжет о рождении и первых днях жизни Иисуса Христа. Рассказ о трех важных христианских праздниках – Благовещении, Рождестве и Сретении – зрители увидели в новом сценическом воплощении. Легкость до слезинки, такое вот, я думала, будет тяжеловато, конечно, но это доступное чтение Евангелия, очень легкая такая проникновенная музыка. Вы знаете, как будто заново переживаешь этот праздник Рождества Христова, который вот, ну, мы его еще до сих пор сейчас празднуем, да, но как будто снова рождественская ночь. В православной музыкальной традиции никогда не было произведений в жанре оратории и страстей. Это делает композицию уникальной. Его совершенная неповторимость заключается в том, что это православное сочинение, написанное для Рождества и с участием симфонического оркестра. Гостями Кремлевского концертного зала стали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Это фантастическое ощущение поиска и нахождения, обретения надежды у себя внутри, у себя в сердце, обновления какого-то, обретения веры, торжества любви. Автор этой замечательной оратории, митрополит Илларион, сказал замечательные слова, что миссия церкви заключается в осознании того, что нравственные духовные основы, которые строят верующие, являются основой и фундаментом для решения проблем современности. Наша встреча – это еще один день нашего совместного разговора. Кто мы такие и для чего мы живем на этой земле? Рождественская оратория будет представлена в Нижегородской филармонии 10 и 11 января. Вероника Демина, Виталий Кудрявцев. Время новостей.